Всем привет, приветики канала АйКТВ, с вами Павел и мой лучший друг Мистер Кис. Ребята, мы продолжаем играть в Roblox, и у нас новая карта спасение из аквапарка. Вау. Из аквапарка мы должны сбежать, ребята, что-то случилось, и мы должны срочно покинуть аквапарк. Это мокрое место. Итак, Мистер Кис, хватит баловаться. Где вход в аквапарк, и мы идем. Так, чекпоинт. Ой, доска ли стоит, написано на ней. Осторожно, скользкий пол. Да, здорово. Так, идем дальше. Так, иду. не торопись, нам надо пройти, пропрыгать, не наступив на эти мокрые пятнышки. Итак, чекпоинт, отлично, куда дальше идти? Куда? Подожди, а это стекло, по-моему. Или куда? Ну, или давай туда. Сообрази-ка, Мистер Кис, ты у нас же специалист. И нет. Ой, а ты наступил на мокрое. Мы погибли. И вот так вот, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал АйКТВ. Будьте в курсе новых серий игр Roblox. Вот куда надо. В комментариях пишите нам, какие карты мы прошли бы с Мистером Кис, какие вы хотите, чтобы мы прошли. Вот так вот я что-то совсем заговорился. Итак, Мистер Кис идет дальше, он нашел, куда дальше идти. Так, снова тут надо пройти мимо. Ой, а тут еще эти... мячики кидают какие-то товарищи. Надо мимо них пройти аккуратненько, Мистер Кис, и не наступать на эти мокрые пятна. Ребята, наш Майнкрафт-сервер, сверху обязательно заходите к нам в гости и поиграем вместе в Майнкрафт на нашем сервере. В Майнкрафт, заходи. Так, Мистер Кис, молодец. О, это раздевалочка, где можно переодеться. Ага, о, и здесь что-то случилось такое, что... Да, вода, везде вода. Мы должны сбежать из аквапарка. Итак, аккуратно, Мистер Кис, ты опять наступил на воду и погиб. А я опять, ну что же такое? Что случилось, Мистер Кис? Нет, Мистер Кис, это ты давай поаккуратнее, и нам надо обязательно пройти этот момент. А то ребята будут смотреть, и у них глаза заболят. Да что чтобы ты? Смотреть в телефоне, как ты проходишь медленно эти уровни. Итак, куда нам дальше? А дальше нам, наверное, вентиляцию. Так, вентиляция. Ну, прыгай давай, ну что же, на шкафчик давай, да забирайся. И вентиляцию. Отлично. Так, выходим с другой стороны. И что, мы опять в раздевалке? Это в какой мы в раздевалке? Женский. Непонятно. Ладно, не важно. Другой. А, мы с другой стороны аквапарка. Вот за эти... Вот, я понял. А дальше куда? Так, самое главное, сохранимся и проходим между этими бубликами. Не наступаем на эту воду. Так, и куда дальше? Ну, наверное, вот на этих... Хочется посмотреть, что там внутри? Да ничего такого сложного там нет. Прыгаем по этим матам, или как они называются? Ну, пенопластовым таким цветным подушкам или платам таким. Платам. Ага, отлично. Тут хочешь полежать? Нет, полежать туда нельзя, иначе мы, наверное, скорее всего, погибнем. Так, тут мы можем перекусить, но будь осторожен, Мистер Кис. Все сосиски, все хот-доги, вся картошка почему-то разбросана на полу, и нам надо аккуратно пройти. Не торопись. И на картошечке, на жареной картошечке фри, Мистер Кис погибает. Еще раз проходим аккуратненько. Давай. Так, бургер. Так, картошечка фри, хот-дог. И это какой-то стаканчик, я не знаю, по-моему, пластмассовый, в который наливают лимонад. Лимонад. И... Отлично. И куда дальше? Эй, кто там? Кто там? Девушку, нам куда идти? Ага, сюда. И опять осторожно, вода брызжет во все стороны, и нам надо попрыгать по этим ящикам, по этим коробкам. И что? И пройти вот эту маленькую... Ой, тут еще одежда разбросана, чьи-то плавки лежат.
Да, да что такое, как же так, прям в торопях все убегали и свои платки забыли. Почему-то забыли. Ну, наверное, сменные все-таки. Так, осторожнее, да, там вода льется аккуратненько. Ага, мы проходим, и мы вышли. Ой, это какая большая открытая часть. Осторожно, сохранись, да, отлично. Молодец, прыгаем, не наступаем на эти, да, полосочки. На них наступать нельзя. Хорошо. Так, и снова чекпоинт. И куда нам дальше? Нам надо на эту платформу. А дальше-то куда? Может, в трубу как-то запрыгнуть надо, мистер Кис? Я давай что-то, попробуем. Что-то я растерялся. Нет. Теперь говоришь нет. Вон там появляются что? Круги. Круги появляются. Надо на эти круги как-то забраться. Круги, значит, круги. И сделать так, чтобы на них не утонуть. Да нет, ну куда ты пошел? Вот здесь, да. Вон они появились. Давай, беги быстрее. Ой. Ну ты плохо подошел. Надо поближе было подойти и прыгать. Тогда уже можно было бы все сделать. Ну, ты не слушаешь меня, мистер Кис. Поднимайте-нибудь. Давай. Вот ждем, когда появятся вот эти белые круги, ватрушки. Давай, теперь прыгаем по ним. Бегу. Так на синий можно остановиться. Ты зачем побежал дальше? Ты не успеешь, мистер Кис. Успею. Не успеешь. Я ж тебе сказал, ты не успеешь. Ну куда ты торопишься? Куда, торопиться? Вот я тебе говорил, снова давай ждем. И надо на этой синей ватрушке остановиться. Сейчас подымутся белые. Так. И нам подождать, когда снова белые подымутся. Сейчас они утонут. Вот так. Все. Сейчас они подымутся. Давай ждем там секунд, наверное, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 9 с половиной, 10. Вот так вот. А вперед. Ой, эти какие-то досточки, на которых учатся плавать аккуратно. Ой! Упал. Я тоже научился плавать. Нельзя как-то вот так вот. Ну вот, я не знаю. Чего не знаю? Так. Давай, ребята, смотрите, опять он упал, мистер Кин, ну зачем ты падаешь? Не знаю. Наш никнейм, все спрашивают, какой у нас никнейм в игре, нас зовут Павел, мистер Кис, он написано над головой нашего мультгероя. Роблс-героя. Так, аккуратно, давай прыгаем по этим пенопластовым доскам, с помощью которых люди учатся. Там какие-то щупальцы. Давай быстрее беги. Беги быстрее, пока эти щупальцы какого-то этого морского чего-то не поднимаются. Стой. Убегаем быстрее. И сохраняемся на чекпоинте. Тут кто-то разбросал жезлоны. Вон, видишь, поднимается. Видишь, о, они бы нас могли взять и убить. И все. Ну, не убить. Пришлось бы нам начинать с самого начала. Так, и хорошо. Хорошо, так, мы снова сейчас будем прыгать по вафелькам. И что она говорит? Смотрите, выход. Там выход есть. Да. И прям выход-выход или выход-выход? Выход-выход. Вот я сказал, да, мистер Кис? Выход-выход или выход-выход? Вау. Нет, если выход, то должен быть выход. А если не выход, то это не выход. То это не выход. А, или выход. А, ну вау. Как ты наступил, мистер Кис? Ну что такое? Ну хватит. Да мы уже полчаса никак не можем пройти эту карту, мистер Кис. Ну, что за ерунда? Это задание. Так, давай, аккуратненько прыгаем мимо этих вафелек. Самое главное, не попасть в воду. Вот это на эту голубую клеточку. Это типа вода. И все, мы бежим к выходу, и наконец будет это выход или не выход. Выход или не выход? Я даже не знаю. Давайте посмотрим. И да. А, это еще не совсем, да? Не совсем. И что, мы тут должны пробежаться до дома? Ну, хорошо, побежали. Так. И последние лужи, которые нас могут убить. А нет, там еще какая-то преграда небольшая. Вот это да, сохраняемся. А к нам сказали, выход. Ну, это выход, наверное, с аквапарка, но нам еще надо отбежать от парковочного места, там, вокруг аквапарка, это его территория, нам надо срочно сбежать домой, на свою дворовую площадку, во двор к себе домой, да, там. Так, бежим, и все, отлично, ребята, всем пока, до скорых встреч, не забывайте ставить лайки, мистер Кис.
Всем пока-пока. До скорых встреч. Так, наш Майнкрафт сервер. Ребят, сверху заходите на наш Майнкрафт сервер. Будем с вами играть в Майнкрафт. Всем пока-пока. Мистер Кис, прощайся. Пока-пока.